Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня трешечок. Попробуем, посмотрим, какие же шансы все-таки на Зефира. Я вчера показывал на стриме, мы бегали, открывал сумочки. И, ну, шансы такие, знаете, средненькие. Попробуем на пыльцу. Сумок у меня не осталось. Попробуем с вами половить пыльцу сегодня и пооткрывать плюхи. Вот такой вот пак я забрал. Но это еще не все плюхи. Сейчас еще остальные плюшки к нам придут. Плюс еще такие вот бонусы. То есть довольно-таки неплохие плюхи. В итоге, что у нас получилось? 12 эмблемок 9. 2 ремочки, 4 пакта. Довольно-таки неплохо. Так, что там у нас еще такое интересное? Вот эти вот мешочки, 60 фобы. Ну и все, с такого больше ничего нет. Так, плюс бонусом, как видите, 48 тысяч самоцветов. Тоже довольно-таки неплохой подарок. Так, окей, поехали. Я хочу также сейчас еще пооткрывать. Давайте бинго заберем. Хочу пооткрывать, паролить карточки на фрейке. И там еще на ком-то я хотел. Сколько у нас? 28 карт есть. Сейчас я посмотрю, что там у меня по героям. Ну, тут вроде неплохо. На некоторых надо будет подороливать. Так, это кто у нас? Оккультист. Ну, в принципе, шестерка пусть будет. Так, поехали дальше. Зефир. Терпимо. Шестерка. Свален. Пятерки. Землеройка. Нормально. Осмо у нас собран. От архидемона. Так, эта роза надо будет тоже доролить ее. Такие мелкие, где там еще не доролено то, что надо. Тут отлично. Бугич у нас тоже хороший. Тут сборная солянка. Вот Махатму надо будет. Так, Ассурик. Вот можно, кстати, здесь попробовать. Пять сразу же выпало. Крит, резист плюс хп. Ну давайте еще попробуем. Точность плюс крит дамаг. Ну, в принципе, можно оставить. Тоже неплохой вариант. Тут вообще, как видите, надо только наролить на башке одного этого. И можно будет сделать семерку. Посмотреть. Так, тут нормально у нас. Фрейка. Фрейки, ну давайте попробуем. Уклон, и этот упал. В принципе, шестерка плюс атака. Ну давайте еще попробуем. Я, как обычно, вместо того, чтобы сделать что-то полезное, всякую хрень начинаю ролить. Крит, дамаг и жизнь. Две пятерки. О, вот так вот получше будет. Точность и уклонение. Отлично. Так, хорошо, поехали дальше. Тут сборная солянка у нас. Это у нас кто? Это у нас Бигфут. Ну, тут только два уклона ловить варианты. Все. Такс. Где там наш Бигфут? Так, это Афину можно собрать максимально против крита. Так, тут у нас нормальная шестерка, тут вообще семерка. Это я собрал на атаку. Тесса.
Так, это под смотр было собрано все это, под архидемона мы собрали. Ну, здесь шестерки. Ронин. Жизни и уклонения. Вот Анубис, кстати, две атаки. Можно будет потом как вариант попробовать его переделать. Так, Хрон. Малыш Ник. Тоже можно сделать на максималку. Так, ну вольт пятерки. Медузе можно, в принципе, для силы две пятерки вытащить. Пять, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Опять пять, четыре. Пять, четыре. Пять, четыре. Крит, ну давайте уже. Если взялись, вот, пять, пять, отлично. Можно даже сделать... 3, 4. Попробовать здесь словить. Пятый крит. Чтобы был у нас бонус. Ну, ее я тоже использую на PvP-локациях. Правда, крит это, ну, как бы не такой самый топовый вариант, но... Ну, смотрите, как 4-2, практически. Да давайте вы уже пятерку. Практически вернулись к тому, что у нас было. Люблю этот рандомчик. Так, сдавай. 4-3. Вот пятый открылся. И теперь нам надо пятерку. Четверка. Тройка. Ну... Вот пятерку дала. Так, есть плюс один, мы увеличили. Что у нас тут? Это кто у нас? Это у нас Дракос. Ну, здесь тоже можно, в принципе, пятерки поставить, выбить две. 4, 5. 4, 4. 5, 4. Пять, пять, четыре. Да вы что, издеваетесь? Вот, о, две жизни даже, ничего себе. Супермодного Дракоса можно сделать. Так, окей. Так, что-то я так вышел. Так, одержимые у нас с пятерками. Пять, четыре. Можно здесь еще попробовать пятерок натащить. Ну, карты дешевеют, как видите, скоро они будут еще дешевле. Так, отлично. Здесь у нас под архидемона собран. Тут надо будет уклонение натащить. Пятерки. Вот тут можно попробовать. Вот еще две пятерки. 5-3. Это у нас Кенди. Надо будет ею заняться. Гаргул. Две четверки дала. Давайте попробуем еще за самики. Хороший бонус. Опять 4. Так, окей. С этим разобрались. Поехали. Будем пробовать ловить. Сколько у меня там зефиров осталось. Мы вчера с вами их открыли. Огников тоже пооткрывали.
Так, вот так вот, 170 и 195, но огника мы, понятно, не добьем. Пять зефиров и 40 огников. Поехали, попробуем, посмотрим, какие шансы. Добавить 350 пыльцы, ребят. Поехали. Ну вот смотрите, одни расходники 10 12, ну тут понятно бонусом 1,5, 1. Кстати, сундуки отсюда тоже не очень. Смотрите, 1, 1, 10, 5. Неплохо, неплохо. Вот это было хорошо. Хорошо, даже очень неплохо. Мне понравилось. 5, 1, 1, 5, 5. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Так, сундучки, 1600 камней. А вот рун я так и не вижу. Руны с таким шансом. Что с разлома, что с этого. Там нереально просто. 5, 1, 1, 1. 1! Теперь давайте по-быстрому. Смотрите, сколько нам пришло там их. О, карта, ничего себе. Так, отлично. Такс. Смотрим. Что у нас получилось? Было 170, стало 320. Итого мы собрали 150 штук. 150 осколков за 350, то есть как минимум надо 400, а то и больше. Раньше собирала намного быстрее их, то есть, как видите, шансы реально все-таки порезаны. Это уже у нас какой зефир? Шестой, седьмой, седьмой зефир на аккаунте. Вот так вот, ребятушки. То есть, как видите, шансы довольно-таки печальные. Проще и лучше всего. Но это, конечно, мы взяли полпака, по сути. Если так разобраться, 150 за полпака. То есть, зефир уже дешевле одного пака. Можно пыльцой собрать. Но, конечно, надо и ждать акцию, когда будет там 1 плюс 1. Когда выгодное предложение, либо там рынок есть. То есть, в таком плане собирать, потому что либо за пак просто брать, вот есть отдельное предложение за один пак и сразу кучу расходников, то есть кто как хочет. Ну там, конечно, выгоднее, мне кажется, пыльцой, потому что вы еще получите кучу расходников вот таких вот довольно таки неплохих. А вот поэтому это уже дело и выбор лично каждого. Так, мы там закончили на Лиди Лео. Надо будет дальше ролить. Так, тут у нас 5-5. 5-4. Сейчас даст 5-4-4. Мне дало тоже 5-4. Можно даже будет дособирать. В общем, вот так вот. Пишите, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.